А студентам Мурманского государственного технического университета представители Кольской ГМК предложили пройти летнюю практику в своей компании. Целевая аудитория особая – будущие специалисты по автоматизации технологических процессов и производств. Подобные встречи в стенах этого учебного заведения – не редкость, но в этот раз в аудитории студенты – одно из самых востребованных на современном производстве профессий. Почему мы это делаем? Потому что, ну, всем известно, что компания «Норильский никель», Кольская в ГМК в частности, не отстает от процесса автоматизации своего производства, и поэтому у нас всегда возникает потребность как в управленческих подразделениях, да, как и в цеховых подразделениях, именно в специалистах такого профиля, которые будут поддерживать наши новые машины, технологии для более успешной реализации технологического процесса. Обычно на встречи приходят студенты вторых курсов и выше, но в этот раз в зале и первокурсники. Это говорит об интересе к возможностям, которые предоставляет горно-металлургическая компания. Мы видим двусторонний запрос, и студенты тоже просят. Освозите нас на предприятие, покажите нам, что там. И мы рады таким встречам. Конечно, мы стремимся за технологическим укладом. Значит, уже в рамках учебного процесса вводятся дополнительные дисциплины по промышленным цифровым технологиям. Это искусственный интеллект, это анализ данных, это и аддитивные технологии, робототехника. Мы понимаем, что предприятия сейчас нуждаются в кадрах, и мы готовы дать достойный ответ. Летняя практика – это прекрасная возможность оценить свои силы, правильность выбранного пути, подумать над карьерой в определенном подразделении. При этом срок практики студенты могут выбрать сами. В рамках практики, естественно, мы их будем знакомить вообще с производством в целом, чтобы они понимали всю цепочку и знали свое место в этой цепочке. Знакомить с корпоративной культурой, с нашими молодежными движениями в хорошей компании, рассказывать, плюс показывать им наши внутренние ресурсы для обучения, возможно, которые их заинтересуют. А еще летняя практика в Кольской ГМК – это срочный трудовой договор, а значит и зарплата. Возможно, для кого-то первая в будущей профессиональной карьере. Петр Широбоков, Борис Савельев, Павел Удалов, ТВ21+, Мурманск.